Чем занимаешься, куда готовишься? Чемпионат мира в РФФ. Он будет? Ну, если будет, выступим. Если не будет, значит, выступим в зале у себя. То есть в декабре будет соревнование по-любому? 100%. Сколько надо жать? Ну, как минимум 277. То есть надо бить all time? Да. Ну, потому что уже год прошел, и тишина. Ну, а как прошел твой год, расскажи. Две подготовки и без all time. Я выступил в декабре, потом началась подготовка в январе. Да, январь, февраль, март, апрель, май. В мае карантин. В итоге выступил я в Кабардино-Балкарии в июне или в июле, что ли. А потом уже, получается, в Долгопрудном какой-то турнир был. Мы тоже выступил. Вот эти два турнира, они как бы... Попытки были, попытки в Долгопрудном были хорошие, но что-то пошло не так. All time – это единственное, что тебе греет душу сейчас, на данный момент? Ну, это не только слово all time, а это просто личный результат, который хочется же увеличивать хотя бы на килограмм, на два. Но я понимаю одно, что на таких весах уже тяжело прогрессировать. И надо время, считаю, только время. А у тебя времени свободного достаточно для того, чтобы заниматься, отдыхать и прогрессировать? Да, времени есть достаточно. Как бы я физически не работаю, поэтому могу заниматься и каждый день, и два раза в день, и три раза в день. Упражнение на трицепс только, да? Перевертыш. Мне, кстати, это мне кажется легче, чем обычно. Да? Может, ты поздоровел просто? Сорок, да? Я знаю, что ты работал с разными спортсменами, тренерами. Старычев был и Колохин, и еще кто-то. Сейчас у тебя программа тренировок какая? Чья? Сейчас сам себе. Сам себе. То есть ты как бы собрал самое лучшее, все в кучу переделал. Есть база определенная, да? Я к этой базе уже доношу там именно моменты на слабые места. Допустим, чувствую, там тяжело меня опускать, да, там или какая-то слабая функция во мне, да, я сейчас на нее делаю акцент. Вот, я понял, что на тех соревнованиях мне не хватило чуть дожима, да, соответственно, я на этот акцент делаю. А с паузой проблем у меня не было и нету. И сейчас единственное, что в эту подготовку я специально опускаю медленно штангу подконтрольно. Еще два разминочных, и потом рабочие пойдут. Ну да. У тебя, наверное, много людей спрашивают, и много людей интересуется, почему такой узкий у тебя хват. Да, это топчик. На самом деле, вот я нашел видео на Ютубе, 2009 год, наверное, это был. У меня хват вообще вот такой был. Я в юниорах на 200 или 202 пожал, у меня сейчас такой хват был. Сейчас хват у меня чуть шире, как бы. Ну, и то я просто как привык, и все. Есть осечки, под ним берусь, и все. Что вы думаете? Ну, ты привык, но ты же знаешь, что можно где-то там какие-то тонкие настроечки крутить и добавлять. То есть расширение хвата тебе не добавляет результат? Нет. Ну, я этим хватом, не знаю, сколько себя помню, столько жму почти. Поэтому смысла что-то менять. А вдруг сейчас расширишь, когда добавишь плюс 20 сразу? Ну, я считаю, если я хват расширю, я сразу плечи себе крякну. У меня такое ощущение. А как вообще плечи твои, были травмы сейчас как? Сильных таких травмов, что я там не мог что-то поднимать, такого не было, да? Были дискомфорты в плечах, были неприятные ощущения, допустим, когда там брал гантели, поднимал вверх. Но как только я это чувствую, я сразу тренировки на минимум, закачка, восстановление, банки, массажи, там все вот это, мази. И потом, только когда уже нет дискомфорта, я начинаю уже дальше заниматься. А если более медицинскими терминами говорить, то что у тебя было с плечами? Скорее всего, если так говорить, я думаю, это было у меня крепление на бицепс, вот эта часть, и средняя часть, средняя дельта. Вот. То есть ты на МРТ не сходил?
А МРТ ходит тогда, когда рука не поднимается. А меня побаливало, когда, допустим, я ее штангу брал, выжимал, и такой легкий-легкий дискомфорт. Поэтому смысл. Ну, опять же, я же понимаю себя и знаю себя. Ну, если бы какая-то была серьезная проблема, соответственно, я бы полетел, бы сразу бы сделал. А тут я понимаю, что легкий дискомфорт, это такое может даже просто, у меня мышца в тонус вошла и все. Когда боль была самой сильной? Ну, от нагрузок, под конец особенно, подготовка. Нет, в смысле, во время чего? Во время жима? А на каком весе появлялась? Ну, после 230 где-то так. Веса уменьшал, закачивал, там, ротацию делал, плеча такие, банки, массажи. А можешь чуть-чуть больше про упражнения сказать, какие вот ты бы порекомендовал, какие тебе нравятся для закачки? Ну, мяч к стенке. Такие эти теннисисты делают такие упражнения мячом. А потом такая. Да, такая. Лежа там. Я, кстати, видео снимал. У меня, кстати, есть что, в Инстаграме есть это видео. Там есть полностью. Там 3 или 4 упражнения. То есть они прям подходят всем, у кого плечи болят? Я думаю, там да, вообще. Ничего такого нет. Сегодня у тебя была тренировка. Она какая считается? Тяжелая, легкая, средняя? У меня все средние сейчас. Сколько тренировок в неделю? 3. 3, но, скорее всего, следующая неделя будет, наверное, 4. Потому что, может, даже 5. Я, может быть, веса раскину и пойду по такой, ну, я уже пробовал на той подготовке так делать, что тренировка почти каждый день, ну, и веса там где-то до 240 доходить на раз. Ну, такая нормальная. Пробовал, заходил вроде. У тебя веса растут линейно или ты как-то там откатываешься назад немножечко? Ну, 2 недели идут повыше, там, недельку разгрузки, 2 выше, недельку разгрузки. Вот. Какие твои любимые подсобные упражнения для жима лежа? Я делаю основной жим, после жима всегда иду на разводку обязательно. Мышцы потянул, ну и потом уже что по плану, да? Если отрабатываю паузу, да, я жим с лентами делаю, там, джик, скорость опять же развиваю. Ну, мне это очень нравится, с лентами работать. Медленный жим тоже мне очень нравится, эффективно, я считаю. Медленный жим и вниз, и вверх. Да. Что это дает? Он стабилизацию. И вот после них вот не тот забирается. Мне кажется, руки очень сильно прям хочется их выкинуть. Стабилизаторы прям очень хорошо работают. Потому что 5 раз делаешь, на 5-й уже вот так вот поднимаешь. Хотя вес там на штанге там 150 грамм максимум. Опять же, да, тут смысл в чем? Что я делаю то, что мне сейчас надо. Допустим, какой-то новичок, я ему вообще рекомендую делать все полностью. И жим с паузой, с лентами, узким хватом, там, отжимания узким, ну все подряд. Прокачивать надо все тело. Делать приседы, тяги, спину всю прокачивать, вообще все тело прокачать. Когда тело будет готово, соответственно, ты уже можешь просто заниматься чисто жимом. Первый рабочий подход 240 килограммов. Андрей Сапожонков будет сжать этот вес на 28 раз. 28-29, это так. Марат Абдуллин говорил, что техника не настолько важна, насколько важна чистая сила в жиме лежа. Ты с ним согласен? Все ищут какую-то волшебную таблетку. Волшебную технику. Волшебную таблетку на все. И на технику, и на силу, там, и на восстановление, на все на это. Но я считаю, надо быть просто физически сильным и осваивать все. Найти свои слабые места, над ними работать. У тебя ноги выглядят довольно массивно. Сухие мышцы, большие. Ты что-то с ними делаешь? Приседаешь? Раз в неделю. Раз в неделю. Ноги в жиме нужны. Ну, как бы да. Во-первых, ноги нужны для того, чтобы ты смотрелся красиво. Без ног ты не будешь смотреться. Это раз. Во-вторых, ногами толкаешь. Как бы я даю волну ими. Технику я тоже выкладывал. И даже проводил прямые эфиры по поводу техники. Как бы. Все это информацию я не скрываю никогда, говорю все как есть. Вот. А ноги что я делаю? Допустим, в понедельник могу поприседать, а в пятницу делаю там, допустим, какой-то легкий подсобку. Там жим ногами, сгибание, разгибание, все такое. Легким весами.
Любимое упражнение на плечи? Подписчики задают вопросы. Я делаю только, наверное, сейчас махи в сторону, гантельками, все. А вот говорят, что упражнение немножечко опасное там для субакромиального пространства, что-то там можно перетереть. Дискомфорт нет? Это как бы 100 лет назад слышали, что типа если ты выше поднимаешь, что там что-то так зажимается. Ну, я никогда подсобку не делал большими весами. У меня максимум, не знаю, махи в сторону 14 кг. Все. Так, поработал 4 по 10, кайфушечку и все. На бицепс ты делал с 30-ками, мне кажется, что это ну, нормальный уже вес, приличный. Ну, я вообще, я их делаю комфортно для меня. Вот, поэтому, если было бы тяжело, я, конечно, сделал поменьше, да и все. Правда ли, что слишком высокий мост не дает достаточной жесткости, вследствие чего не выйдет сделать хороший толчок ногами? Мосты разные бывают. Многие стоят на мост, а ноги не включают. И смысл такого моста. Тем более, если большой мост, мне кажется, защемление идет спины, а это идет у нас на нижнюю часть груди. Может быть, защемлять из-за этого. Бывает, когда ноги жмут, то типа спину, да, там защемило. Это на самом деле нижняя грудная, насколько я знаю. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но у меня такое бывало, что сильно выгибаюсь, хоп, спину щемит. А потом, когда мне там массажист ходил, я говорю, нижняя грудная защемляю, он мне ее здесь начал мять, и все, может быть, там крепление какое-то. Но опять же, вот даже вот ребята сегодня делали, они делали, у них ноги вот так вот. Ну, он мост сделал, ну и что толку от него? Амплитуду сократил, и все. А он ее взял, штангу, она у него вся гуляет, трясется, даже устойчивости нет. А ты какие-то упражнения делаешь для... на гибкость? На гибкость? Нет. На гибкость ничего не делаешь вообще? Ни мост, ни тяну, не растягиваю, просто ложусь и все. Ну, такое ощущение, что ты как бы одаренный просто, да? Дело не в одаренности, дело в том, что люди очень много заморачиваются. Прям грузится, у меня не получается, начинает искать причину, там, паникует, нервничает. А когда ты нервничаешь, что происходит? Там как-то в организме что-то происходит, иммунитет падает, так и сонливые, все усталые. Куда направлять энергию, когда не получается? Работать, искать слабое место. Почему не получилось? Отработай его. Допустим, есть 5 причин у тебя, да, что не работает. Выбери одну, ее отработай, возьми вторую. Ее одной месяц, второй месяц, третий месяц, что? Я считаю, все это поправимо. То есть, короче, не заморачиваться. Самое главное. И многие там пишут, как ты разгружаешь ЦНС. Да я не дружу просто, чтобы не разгружали. Ну, как сказал этот Турчинский, говорит, так как вы отдыхаете, а я не напрягаюсь. Ну, все правильно. Так и есть. Насколько важно тренировать спину жимовику? Спина нужна, потому что берешь штангу, сводишь лопатки, как бы спину опускаешь. И у меня получается как? Я ее опустил, у меня прям как будто такая пружина получается сзади. Вот она, даже сейчас. И с этой пружины, бац, ее. Ну а эта пружина жмет вверх или она просто помогает упереться? Снизу подрыв дает. Ты в спину опустил как бы. Когда спину опускаешь, то нагрузка снимается со всего остального. Ну, то есть, получается, ты упираешься, а сами широчайшие мышцы спины, они помогают выжимать? А мне кажется, как будто ты в них это, упираешься, широчайшие. Но вверх, когда ты жмешь, они не работают? Ну, мне кажется, нет. Уже все. Мне кажется, их задача только опустить. Это вот ты говорил про верхнюю часть спины, да? А разгибатели спины важны? Ну, если ты мастишься, в любом случае нужна крепкая спина вообще. Если ты приседаешь, нужна крепкая спина, тянешь, нужна крепкая спина. Гиперэкстензию, пресс, как бы, я тоже делаю постоянно. А тягу? Тягу делаю. Я прослушал, ты говорил про упражнения, которые ты делаешь для спины? Не говорил. Скажи. Все упражнения у меня идут акцентом на жим. Я все упражнения делаю, как будто я жму штангу. Это я себе так внушаю. Я беру верхнюю тягу, все, я штангу опустил. Беру нижнюю тягу, да, я штангу тяну сюда. Допустим, делаю какие-то упражнения, вот я недавно выкладывал, да, на TRX на петлях. Я тоже, я штангу опускаю. И везде, как бы, я стараюсь опускать штангу, чтобы именно подключать те движения, которые, ну, мне нужны. Может быть, спина так сильно не растет, как, но те моменты, они отрабатываются. Ну да, и причем ты делаешь таким же хватом, как и жмешь, да? Тут по ощущениям. В начале подготовки было бы тяжело, а сейчас уже 5-я неделя,
Чем сил больше становится. А потом еще на витамины перейдешь. Сейчас же ты как бы на своем. Ну, конечно. Да, сейчас на своем. Это только на 11-12 неделю там подключаешь. Там тропик вот так вот и все. Перемешку с креатином. Врет и не краснеет. По технике выполнения жима лежа, какие ты видишь самые, на твой взгляд, популярные, распространенные ошибки? У всех идет вот такой перекос. Упускают все штангу так. Вот тут штанга, а вот тут локоть. И так все ходят. Это получается, ты штангу делаешь, ее даже уже удерживаешь как-то так. Я всем говорю, чтобы штанга шла вот так ровно. Как в смите. Ты ее вывел, и ты в смите как бы работаешь. Какие-то, может быть, еще ошибки ты видишь? Да. Ну, опять же, да, сильный прогиб, потому что поясницу можно надорвать. Может быть, какие-то есть ошибки в подводке к соревнованиям? В день соревнований что-то делают не так? Ну, у всех большая ошибка. Они все очень много жмут на тренировках. Постоянно много весов на тренировках. Вот мне надо там пожать, надо почувствовать вес. И многие выступают у себя в зале, а на соревнованиях уже ничего не доносят. Многие такие ошибки еще делают. А как ты разгружаешься? Когда у тебя самая тяжелая тренировка? За 3-4 недели. И потом ты плавно снижаешь, да? А в неделю соревнований у тебя сколько тренировок? И какие веса? Одна тренировочка, да. Процентов 70-75 и все. В понедельник? Ну, либо вторник, среда, вот так вот. Зависит от того, когда я выступаю. Либо в субботу, либо в воскресенье. Ну, дней за 4, за 5. А на предыдущей неделе сколько тренировок? 3, все так, как обычно. Да. Что ты можешь сказать по поводу жимовиков, которых в последнее время стало очень много сильных за океаном в Америке? Почему они так быстро прогрессируют? Ну, скорее всего, пашут. И пашут, как говорится. Либо просто в России откатили немножко ребята. Нет, а как откатили-то? Сейчас все жмут такие веса, как бы серьезные, что как откатили-то? И что там жмут. Но единственное, что мне не нравится техника исполнения. Вот. Хотелось бы чище, чтобы все это было. Что как у нас, так и у нас. Я имею в виду именно не техника, а чистота. Ну, чисто да. Ну, по мне, я считаю, вот это было бы намного справедливее, да? Ты про Медекса, да? Не, он сильный мужик, как бы там вопросов к нему нету, да, пашет прям, ну, как бы ставит цель, идет к ней. Ну, допустим, в некоторые моменты, да, можно было бы как бы лайтово, не то что относится к этим моментам лайтово, потому что веса большие, да? Если бы, допустим, был бы такой турнир, да, на самом деле, чемпионат мира, и все туда приезжали в одно место, и все судились у одних судей, да? Вот тогда было бы намного интереснее. Тогда бы у всех одна техника, у всех одно, и тут чисто кто на что готов. А как ты, кстати, с весом своим справляешься? Он у тебя просто не растет, либо ты придерживаешь? Питание. Только питание, и все. Ну, а чуть подробнее о питании. Что ты себе позволяешь, что не позволяешь? Я просто делю питание. В дни подготовки могу есть все, в дни отдыха ограничиваю. Все. В дни тренировки? В дни тренировки. А потом, соответственно, там за месяц до турнира встаешь на весы, допустим, 92-93. Ну и нормально. Чуть-чуть там себе, там где-то ограничил и все. То есть, скажем так, больше 5 килограмм ты никогда не гонял? Я пробовал на подготовке набирать 95, но они только мне помешали. Ну реально, только мешают лишний вес. Потому что если набирать и выходить сотку, это надо набирать качество. И чтобы ты весил 95-96, ну именно еще больше. Ну, а такое как бы хлебом и маслом набирать, ну, я смысла не вижу. Так потяжелее взять надо, получается. Специально легкий гантель, чтобы чисто потянуть мышцы, все. Кровушку погонять. Да, нагрузка не нужна. Чисто как бы растяжка. Все. А после... что дает растяжка? Эластичным мышцам. А чем мышцы эластичнее, тем сильнее. А почему, например, нельзя без гантели это сделать? Можно. Потянуть, конечно, да? Еще лучше. Ну вообще, я как бы сам иногда ленюсь, но рекомендую на самом деле всем тянуться. Потому что мышцы чем эластичнее, тем она сильнее. Чем она больше может сократиться. Кто сейчас в России самый сильный жимовик? Ну не самый, а самый сильный я. За кем ты следишь и в кого веришь? Остались такие ребята? Кроме Сапожонкова?
Когда я еще был чистым в 2015 году, когда первый чемпионат мира был в РПФ, я выступал. Ты был чистым. Ты был чистым. В 2015 году? Да. Вот. Тогда я пожал как раз 235. Тогда народу очень много впробовал, и я хотел попасть в проб. Потому что, ну блин, там столько людей выступает. Ну и все. Я выступил, получил про-карту. И когда начала выступать в про, куда-то все начали пропадать. И сейчас в итоге вот реально, вот год назад были турниры, да, реально там два потока про решили сделать. И потом их разделили нас, да. И там пять человек всего получилось. Кто доехал, кто не доехал. Ну как-то не знаю, куда все пропали, честно, прям не пойму. Высказываешь свое недовольство, то, что скучно стало? Не дело не скучно. Куда пропал народ? Все, кто раньше жали, где они сейчас, я просто не знаю. Я еще раз вернусь к моменту, когда ты говорил, что ты был чистым, то есть 235 ты пожал как бы на своем. При весе 79 весят. Тебе никто не поверит. Пожалуйста. А есть желание в сотке выступить, чтобы пожать больше? Ну я сейчас подожду. Полгодика точно подожду еще. И посмотрю. Мысли были. А? Мысли были такие. Ну мысли были, но опять же говорю, что надо мясо набирать, мясо, качество, чтобы его использовать, это мясо. Если ты его наберешь в сотку, и не мясом, и пустым просто мешок на себя одеть. Это то же самое, не знаю, на самом деле, мешок на себя одел 10 килограмм и пошел выступать, он поможет тебе, не поможет. А если ты наберешь полезное мясо, которое тебе будет помогать работать с тобой, то это да. А ты считаешь себя одаренным для жимолежа? Да я не знаю, может просто как бы я отработал именно то, что мне нравится, и то, что, не то, что мне нравится, я отработал так, как мне удобно. И все, я ложусь и не думаю, как бы, так ноги поставить, так руки или так сделать. Я просто всегда ложился, жал, все. Ну, серьезно, так и было. Смысл в чем, да? Есть планы определенные, да? Есть люди, которые прям, вот мне план написали, я прям чисто по нему иду, да? Но если вы чувствуете, что вы уже добились, уже лишний подход вам ни к чему, допустим, бицепс, да, сделали два подхода, поняли, что все, вы забиты, ну, смысл делать третий, четвертый, как бы, я не вижу смысла. Надо не стесняться, да, вносить изменения. А в троеборье ты пробовал силы свои когда-нибудь? Я в 15 году выступил в РПФ. Мастера собрал. 230 джим, 270 присед и 247 тяга. Как раз на мастера надо было. Но мне надо было 747 собрать. Я как бы последнее сделал чисто на мастера и все. Не, потому что я же никогда не готовился, у меня было 3 недели. Я раз одел комбез, присел. Раз одел майку, пожал, раз комбезе потянул, поехал выступать. Ну ты такое никому не посоветуешь, так тренироваться. А почему дальше не продолжил троеборье? А мне мастера там запороли, потому что я на мере выступил в РПФ. И все. Нет, ну троеборье, то есть тебе не нравится, да? Ну блин, тут я надо делать в кайф. Вот джим в кайф, пришел, пожал и все, ушел. А? Ты халявщик? Ну да, наверное так. Сколько у тебя занимает времени тренировка? Ну, самые длинные там 2 часа. Это, не, ну, бывают, конечно, да, тренировки, может быть, 2,5. Из них там часа полтора жим, и потом подсобочка пошла такая. Вот. Сегодня, я не знаю, там, может, час 20 я жал, наверное. Ты ведешь, у тебя есть ученики онлайн или персональные? Не, ну, есть. Как бы я это особо не афиширую. И у меня бывали какие-то там наплывы какие-то, да, там. Там бывает, сидишь там дома или что-нибудь, думаешь, блин, чем заняться? Хоп, там сторис запилишь и что-нибудь там, давайте там ко мне. Но это не вопрос денег для тебя, да? Не, бесплатно я не буду делать, потому что это время мое. Нет, я имею в виду, что ты занимаешься этим не для того, чтобы зарабатывать. У меня была мысль, там, онлайн-школа, я ее там создал, делал. Но надо на это время отвести. Но я сейчас понимаю, что пока нет у меня столько времени сидеть дома и заниматься этим. Может быть, сейчас я до конца все доделаю, уже буду там ставить себе будильник и все там. 8 часов едешь домой, с 8 до 10 ты занимаешься онлайн.
То может быть, да. Но пока я понимаю, что везде в разъездах, особенно летом, после я проснулся в один зал по пути, там, на мойку заехал, ребят, проверил, все нормально. В другой зал, работягам позвонил, что у вас работа идет, да, этим позвонил, то позвонил. И все. Ну что, я думаю, что нам достаточно для хорошего интервью. Надеюсь, ребятам это понравится. Желаем тебе без травм дойти до 290, а потом и 300 килограммов при том же весе. Не, ну конечно, в идеале бы 90 пожать 300, но чем дольше я стою на месте, тем, конечно, у меня мысли начинают пожирать. Но я человек простой, я стараюсь, чтобы эти мысли не пожирали.